Вашему вниманию тема о вашей сопричастности к процессу вознесения. 26 сентября 2017 год. Отец Абсолют. Здравствуйте, дети мои любимые. В сегодняшнем послании мне хочется рассказать вам о том, что происходит за пределами Земли в связи с ее вознесением. В Галактической Федерации Света создан специальный отдел по отслеживанию энергетических процессов на Земле. В его задачи входит координация действий представителей различных цивилизаций для поддержания этих процессов в сбалансированном виде, чтобы избежать угрозы для тех, кто обитает в непосредственной близости от Земли, то есть в параллельных с ней мирах. И сейчас мне хочется подробнее остановиться на этом, с тем, чтобы вы в полной мере осознали свою личную ответственность за все происходящее не только на Земле, но и в галактическом пространстве. Многие из вас считают себя непричастными к такому величественному процессу, как вознесение Земли. Но на самом деле это не так. Каждый из вас вносит в него свою лепту. Кто-то замедляет его, а кто-то, наоборот, дает ему мощнейший толчок. Можно сказать, что вы сами вершите свою судьбу, и большинство из вас делает это бессознательно. Так в чем же состоит ваша роль в процессе вознесения, дорогие мои? Если совсем коротко, то в его энергетической наполняемости, что в значительной степени влияет на его сроки. Чтобы вы лучше поняли, как это работает, представьте себе вашу Землю, погруженную в некую вязкую, довольно плотную субстанцию. Так выглядит ее физическая оболочка, которую она подтягивает к своим тонким телам, уже полностью перешедшим в пятое измерение. И все обитатели Земли существует именно в этой оболочке. Но чтобы полностью высвободить из нее вашу планету, вам нужно максимально разрядить ее так, чтобы Земля выскользнула из нее, преодолев сдерживающие ее энергии трехмерного мира. Ведь именно они и создают эту болотную вязкость. Так что же вам для этого нужно сделать? В первую очередь, разрядить свою собственную энергетику, избавившись от мыслей и эмоций дуального мира, растворив их энергиями преображения, которые поступают сейчас на Землю из космоса. Свет всегда сильнее тьмы. И даже если в процентном отношении людей, генерирующих энергии света и любви, будет меньше, чем людей с сознанием трехмерного мира, они смогут совершить этот энергетический прорыв и высвободить тело Земли из пут дуальности. Именно это сейчас и происходит, родные мои. Именно поэтому во всех посланиях высших сил вас просят следить за каждой своей мыслью, каждой эмоцией, каждым поступком, то есть соотносить все свои действия с желаниями и потребностями вашей любимой планеты. И я тоже прошу вас, родные мои, думайте о ней, о ваших галактических братьях и сестрах, которые живут с вами в едином энергетическом пространстве и которые делают все возможное для того, чтобы вознесение вашей Земли прошло как можно более гладко и спокойно, без лишних жертв и катастроф. Так помогите же им и вашей планете. Осознайте всю важность происходящего. Станьте им надежными помощниками и друзьями, а не балластом, который тянет назад этот процесс и затягивает мучительную агонию вашей матушки-Земли,
которая страдает сама и невольно заставляет страдать своих любимых детей. Осознайте в полной мере вашу взаимосвязь и взаимопроникновение. Станьте ее достойными детьми. И я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему о вашей сопричастности к процессу вознесения.